суббота. Шесть дней будет совершаться работа, а в седьмой день суббота покоя, собрание священное. Никакой работы не делайте, это суббота Бога во всех местах поселения вашего. Да, кстати говоря, психологически, из-за того, что этот праздник встречается везде, каждую неделю приходит, независимо от тебя, ты хочешь, не хочешь и так далее в нашем мире, мы и к его духовному состоянию относимся так, это суббота. На самом деле, это самое мощное средство развития. Потому что если ты не выполняешь вот этот седьмой день, когда Малхут получает все, что было сделано за шесть дней, то ты на следующую ступень не поднимаешься. Ты не можешь достичь никаких, новых духовных ступеней, которые уже характеризуются праздниками. Вот. То есть суббота — это как бы еще поворот, еще поворот, еще. После какого-то количества вот таких вот поворотов ты достигаешь ступени праздничной. Но без субботы нет. В общем-то, можно сказать так, что суббота, она самый большой праздник. Она самый, как сказать, не в нашем мире, конечно, то, что мы там не выполняем работу, как сидим, отдыхаем. Это имеется в виду, что ты в течение своих усилий, работы над эгоизмом, достиг такого состояния, когда все эти усилия воплощаются в тебя, приносят тебе плоды, и ты в этом состоянии ничего не должен делать. Ты должен дать высшему свету сейчас меня сформировать. Вот я производил усилия по работе между собой. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, Од, Есод. Шесть дней, так называемых, шесть усилий, последовательных, определенных, четко оформленных. И после этого наступает седьмое. Седьмое усилие, оно приходит свыше. Потому что я не в состоянии над собой его сделать, только высший свет. Вот он приходит и меняет меня. Если это условие в духовном мире не выполнять, то тогда во всем остальном просто ничего другого не сформируешь. Никаких других состояний. То есть это можно представить даже жизнь человека, который шел, стремился, это и было его шесть дней, как бы, да? И в какой-то момент он приходит к раскрытию, так грубо говоря, да? Это может быть то, что мы говорим сейчас о шести днях на седьмой, это может быть в течение, нескольких лет, а вообще вся жизнь человечества, от Адама, от первого человека, постигшего всю эту систему, и до последнего, который ее замкнет, и на нем закроется вся система исправления, происходит все это в течение 7 тысячелетий. То есть 7 дней, где каждый день — это 1000 лет. Понятно.